аэродрома мы убежим, нас не догонят дальше от них, дальше от дома. Ночь проводник, спрячь наши тени за облака, за облаками. Нас не найдут, нас не изменят, им не достать. Решил на своем каналчике поиграть в игрушку Call of Duty Modern Warfare 2 мультиплеер. Давненько я не играл на данную игрушку. Сюжетные игрушки немного, так сказать, от них отдохну и все дела. Все равно просмотров актива на них нет, так что пока что я от них отдохну. До сих пор оптимизация шейдера, как я уже полчаса поставил, не может 1% добиться. Третий сезон заканчивается через 11 дней. А последний раз я играл, почти 2 месяца назад. Нужно хотя бы раз в неделю такие игрушки играть. В общем, пока что я буду развивать свой этот канал. Я не могу развивать 2 канала. Да и на том канале никогда никого не бывает. Я в Дискорде, если что. На том канале никогда никого не бывает. На том моем втором группа в телеграме, в Дискорде. Все понял, принял, ясно. Поэтому я все же думаю, что на этом канале лучше делать, а эти игры тоже, а? Так говоришь ты здесь, а? Ой, подожди, Олеха, подожди, давай не туда. Все, все. Давненько не пиздели мы, да? Это да, это верно. Так, все, я думал, все-таки Захар лучше на этом канале буду разбиваться. Ну и в плане колду иногда мутить тоже. Потому что на том канале, ну, сам посуди, у этого канала, во-первых, это геморно, во-вторых, смысла нет, если там никого нет. Ну это да. Тот канал, его уже не оживить, а? Ну да. Так что, блин, ну я не вижу смысла это делать.
Никбот, Дискорд ссылка. Сейчас я давненько не играл на самом деле в колду, а последний раз я играл на том канале, а. Ну это да, последний раз заходил только чисто по режиму возрождения было у меня. Я только туда заходил. И то там добавили же это возрождение как двойки вроде бы. А-а-а. Я, кстати, в этом режиме прикольным играл, который сейчас запустил. Получается, какое-то событие было, где быстро прокачивалось оружие. А, ну это понятное дело, да. Так, не... а, мне надо перезапустить сейчас игру. После обновления там было. А-а-а. Надеюсь, что проверка шейдеров не будет. А я думаю, после того, как сейчас я, получается, сейчас стрим по часу делаю. Все дела. В общем, сейчас думаю, часик поиграть. Потом часик взять перерыва, и потом на часик зайти в Division 2. Ну это да, это тоже идея. Так сказать, чтобы не перефигачивать себя, я не вижу смысла делать долгие стримы. Ну, блин, все дела. Да и проще сделать стрим на час, чтобы потом через некоторое время еще сделать. Правильно? Ну это да. Ну и не заебать себя, так сказать, а. Давненько я не играл, так что как сейчас как соска буду играть. Ляцки, охуеть они. Ты говоришь? Да и с моей стороны тоже это верно будет. Я давно в сетевой режим вообще не заходил чисто. Да, я не заходил, вообще не играл. Блять, мое первое убийство. Блес! Ебать они тут, конечно, задороты, а. Знаешь, Наруто вообще по факту никто не приходит смотреть. Никому не интересна, к сожалению, игра. Печально, поэтому я сижу по факту один там, и вот и вчера Никита вот пришел с Конором, так по факту я один сижу, поэтому если уж одному сесть, так лучше такую игру, где плевать, один не один, правильно? Тут-то люди реальные, как бы срать, есть ли типа на канале зрители или нету, а? Ну, как бы пофигу. Почему пофигу? Потому что ты играешь с людьми, тут тебе как бы не до этого. Но с другой стороны, конечно, хочешь, чтобы зрители были, это разумеется. И же не задороты были, да? Бля, не успел, не успел. Ой. Да вы издеваетесь! Да блин. Да? У тебя как, кстати, как делишки твои? Пойдет. А Саня мне говорит, пиши в Discord, где будем играть, я пишу ему, блядь. Приходится полдня людей ждать, чтобы мне ответил, а? Он говорит, пиши мне, поиграем с тобой. Я говорю, будем так, Саня, делать. Я запускаю Division, у тебя есть время, приходи. А там договариваться, это пиздец, а? Так вот договариваться, у нас часовые пояса разные, блин. Куда договариваться? Мы договоримся, он не придет, или я не приду, а? Зачем это надо, а? Лучше я запущу игру и пускай он присоединяется, а? Ну. Сука. Да вы, блин, с патроны кончились, а? Вот поэтому у меня стоит навык стрелетник. Навык кого? Стрелетник. А что это такое? Ты собираешь патроны с трупов. А-а-а. Неплохой навык. Ну. Редфол, я просто там играю. Чё, говно игра? Не, есть как-то прикольно, но мне пустой, да. И то сейчас по большей части меня там надо делать постоянно английские логово зачищать их. А так ты не ленива этого. Ты не ленива этого. Именно территории вампирских логов. А-а-а. Просто пока они находятся там, они сильнее. Я понял тебя. Да. Что сюжет, они что, второстепенно одинаковые, что ли? А там задание идет в том плане, ты просто побегаешь в штаб, выбираешь, то задание выполнять будешь и все. И все, это суть игры.
Ну, типа того, но при этом там именно как где-то идут три формата. Капец, конечно, да. Ну, главная задача именно первого района в поле — это найти вампира на сфера. Да. Я при этом снова буду играть полностью на русском. Это хорошо. Ну, блин, она так провалилась, что пиздец просто. Она самая провальная считается игрой, а? Ну, Аркейн обоскал. Они знали, что игра дерьмо, им пофигу было. Ну да. Стало то, в чем они вышли, это же геология дизонерка. И был. Вот этим они быстрели прям отлично. А вот то, что уже беседка решила вот такое сделать, ну это уже как-то они обосрали. Да, а, Microsoft знала, что игра дерьмо. Но... Они специально как выпустили ее, чтобы выпустить, а? Они знали, что игра в плохом состоянии, было совсем плевать на игру. Да. Они лишь бы не торопили просто разработчиков, сами Аркейн торопили, чтобы они выпустили игру. Ну и я. Да. Так и есть, так и есть. То есть Microsoft просто-напросто заставляла их торопиться по созданию игры. Потому что, видите, они не успевали просто. Но по факту они сделали игру, блять, хуйня полная. Да, вон то, что я тебе скидывал, что у меня там был за баг. Да я видел. Как я его назвал. Танцующий вампир? Вампир-гопник-пофигист. А, да-да-да, вампир-гопник-пофигист. Так, у нас, опа, плюс 6. Банк, а все-таки, а зачем банк трофеев, для чего, да? Банк трофеев, ты не знаешь, для чего он? Нет. Блин, а для чего он? Не помню. Так, у меня немного прокачался этот автомат, ой, патроны, блядь. У меня было повреждение четверки. Не-не-не-не-не. У меня было. А, ты последний раз вот играл. Да, вот сейчас смотрю возрождение четверки. Хотя, а есть так, а ты играл в режим, где нужно три боеголовки уничтожить, ну, забрать, и потом эвакуироваться? Нет. Там можно вместе играть в этом режиме. Там получается боты как люди, и тебе дают на начале боя один патрон. Ага. Ты выстрелил, проебал его, все, у тебя патрон нету. Вот что ты выстрелил, попал по цели, тебе потом вернули обратно, а? Интересненько так-то. Давайте сейчас потом покажу этот режим. Вот я сейчас вот смотрю именно по возрождению, вот Альмазар, Ашика Айленд, это именно четверки. И вот возрождение двойки, Ашика Айленд. Что там, какая там суть-то? Ну это ж то же самое тоже, то. Главное, чтобы твой тиммейт выжил, пока ты респавнишь. Кстати, Гай, обновили интерфейс, я заметил, а? Он по-другому теперь выглядит. Да. Кстати, что там в магазине бесплатно это? Так, ну это новый набор. Да не хуйня ты, сука, убийца королей, я короля убил. Король, типа, так ты первый на втопе, да, получается? Эмблема цена войны. А, блядская зарядка, а? Это да. Трофей взят. Да блядский ты пидорюк, а? Ты, сука, я столько ёбнул тебя, это не бодов? О, Фреда. Че вообще занимаешься, так? Ну, по сути, я играю для себя. Да, ну, я понимаю тебя, я понимаю, о чем ты? Примами, видео, это уже смысла нету, никто смотреть уже не будет. Я не знаю, почему такое случилось, а? Я не знаю, что случилось на самом деле, а? Ты знаешь, что случилось?
Нет. Это я не понимаю, а? А сейчас начался мой пятый сезон последний, а называется МП Пирогова. Такое знаешь, не знаешь? Прикольный сериал. Она еще Вику Вику еще играла в этих кухне. Актриса. Прикольный сериал. Блять, нихуя вы ебашите, конечно, ребятки, а. Мы потеряли преимущество. Я просто вижу, правда, на том канале что-то делать, а. По факту, ну, никто не будет нас смотреть. Если на этом канале не смотрят. Да? А на том канале давно ничего не делал. И там никто не будет смотреть, блин, по факту, а. Не смысла там что-то как бы пилить мне. Я пустой там буду сидеть один, блин. Ни зачем. Это не надо, а. Если я тут бывает один сижу. На этом канале, мать его. На моем основном. Так не, так не на основном, я, блядь, вообще, ну. Я проще этот стрим как видео там выложу и посмотрю, как какая видео будет просмотр, понял? Ну, это да. Этот стрим потом я просто возьму и как видео выложу на тот канал, посмотрю, как там будет, а? Ну, это верно. Так проще будет, а? Нежели я буду, блядь, стримить там и сидеть один. И здесь могу так посидеть спокойно, а? Ну, это да. Я вообще честно не понимаю, не понимаю, некоторые учатся, поэтому ушли, а другие, которые уже взрослые, куда они делись? А что такое, блядь, вы заебали, а? Так как-то не ебашит слишком жестко, блядь. Вы заебали, а? Да, блядь. Блять, ножом прибил меня. Только да какие же тут задороты все-таки, а? Ну это да, но еще не забывай, режим сам тяжелый. По сути. Именно хардкор. Блять, сква. Да еще бывает, ты по они тут около нас рядом, а? Ну. Здорово, здорово, Дарк. Здорово. Хотя меня бесило, знаешь, что в этом бой Cops Cold War, что они прям сзади спины тыпались, а? Там вообще прям кончено это было сделано, прям сзади спины пахли, тебе пахли сзади своей спины, блять, охуенно, а? Блять, да вы загибали, а? Зомби режим? Да, было дело, согласен. Ребятки, может просто там тусоваться и раскачивать стволы. Блять, да, мой друг так всегда там делал, так, а? Да, я сам так иногда делаю. Блять, там можно даже поесть по старой сложности, но даже открыть какие-то новые стволы, которые. Как же вы валите, блять, ребятки, а? Dark Impulse Games. Впервые за все стримы услышал мат Ахавха. О, что ты кадр, а? Почаще бывай, и все увидишь. Мы тут сидим, обсуждаем. Я начну стримить это Redfall потом. Ну, это, ну, маты будут пулеметной очереди. Потому что, во-первых, тебе нужно оружие с колом, чтобы заводить вампира окончательно. Да? Если ты это не сделаешь, да. А там именно все оружие, ну, кроме, знаете, с калинтовки, пистолета, крепится кол. Блять, а вы к суке, а? Понял. Вот в чем прикол получается. Но там, естественно, можно находить как бы легендарные стволы, в которых как бы встроен свой кол. Ну, то есть, типа, холодное оружие ближнего боя. Пробивает пас окончательно. Когда-нибудь в колду играл? Да. Как зовут тебя? Не помню, а. Свой. Получается вчера. Блять.
стало 5 2 легендарных. Вы самые лучшие. 2 легендарных слова, это команд, который у меня уже был. Они жрут 3 еще. Не играл, это слабо было, говорю же. А, Саня, понял. Чуткую. На стол с чем-то урона. Хуя себе у тебя. Вот так вот, суки, а. Да, не хочешь как-то постремить, когда Red 2 или типа того? А, я... Когда-нибудь в будущем планирую, мне бы Ведьмака бы третьего пройти, куда еще добавлять RDR 2. Так одной игры длинной хватает. Куда мне добавить, если у меня и так есть этот, блин, Ведьмак 3, который нифига не пройден, а? Мне Ведьмака, честно говоря, хватает. Я даже еще до сих пор эту, эту не нашел. Как там ее? Цири, блин. Ага, я даже что-то с Тристи встречался, а? Куда уж тут мне, блин, до RDR 2, блин? У меня сейчас прохождение 4 игры, блин. Это получается у меня сейчас, а... Наруто, Ведьмак... А, вот, у меня получается сейчас Наруто, Метро, Ведьмак и Division. Ну еще и зомби-армия. Куда мне еще добавлять? Я Ведьмака не могу играть, потому что нету пока ни желания, ни времени его запихивать. Пока я делаю упор на Наруто и Метро, потому что они ближе к финалу, а? Вот, кстати, можно будет как-то, ну, допустим, там в следующий месяц чисто посетить какие-нибудь кооперативные игры. Ну, это и все время будет у всех. Ну, это ракурс, я если что могу пожелать купить, сам попробую что же. Понял. Легче попробовать, чем увидеть. Согласен, согласен, но если есть желание, можно будет, почему бы и не сыграть. Я не прочь новые игры попробовать. Ну, тем более, там удобно, конечно, они сделали, то, что ты просто можешь играть как в одиночку, либо уже создать главное меню в лобби, когда ты уже приглашаешь друзей, можешь по готовности уже подкрытый мир этот пол. Да. Да, если в каком-то шутере имеется снайперская винтовка, я все, просто аннигилятор. Всего живого именно по ботам. Я аннигилятор, всего живого. Блять, я какой-то. А, хуй, сейчас ебану я жестко, а. Мы проиграли. Ну я неплохо сыграл, а. А. Санек! Чем вообще я как бы занимаюсь? Чем все это время занимался? Я болел, работал, играл. Сегодня вечерком на велике хочу покататься, а. Сейчас, вот. Поэтому днем пока играю, а. Ну. Пока на память отпуске, я до конца месяца один буду, поэтому я отвык один работать. Такой ебаный гемор, а. Да ничем на Твиче доту стримил. Так. О, все, поезд боя. На Твиче? Ни хера ты даешь. Ой-ой-ой. Так. Dark Impulse Games. 6 июля 14 исполнится. Пойду работать как и монитор. Тебе только... Нихуя, тебе только 14 будет? Нихуя себе. Нифига себе. Блять, я думал, у тебя попорный больше. Пункт. Попорный пункт. Охуеть, а. Никтбот. А что-то группу покинул, не пишет. А что такое? Ну я не знаю. Мы были, ты был в том, я был у тебя в группе, ты мне написал то, что ты покинул группу. А, блять, вообще. Сейчас подожди, случайно не так. Тебе показывает то, что ты, ну, со мной сейчас в катке. Как я с тобой в катке? Я сейчас нахожусь в лобби. Не знаю. Как там в группу? Написано Дмитрий Юрьевич. Как там этот группу? Ага. Ну ты вот меня найти должен, по сути, там. Все, я тебе пригласил группу, я сейчас просто тут. У меня уже катка началась. Да и ладно, ладно. Чего комы в этом добавишь? Кого? Чего? Санек, ты о чем? Блин, мы типа вместе играем, что ли? Ну типа да, на данный момент.
Ну, блин, сказал. Я сейчас обернулся по всему периметру, я тебя там не увидел. Ну, сказал бы мне. Ну. Ты вышел? Я вот уже стою тут. Ага, ну все, просто ты решил тебе показать. Сейчас бы главное вспомнить, как куда выходить, там где это все. А, вот оно. А, режим, забыл название. А, режим-то я помню название. Кстати, да, ну, в группу Телеграма своего. Ты когда-нибудь комментарии не добавишь? В группу Телеграм. А, ты когда-нибудь играл в этот в рейды? Да, играю, это по сути продолжение сюжетных миссий. Серьезно? Да. Там же в первой части даже это говорилось. Нихуя себе, может тогда, я когда я. Говорю, может тогда я когда. Сюжетных миссий. Может, когда я пройду ее потом сыграю? Конечно, но я пока в рейды в одиночку не хожу, потому что смысла нету. А вот сейчас называется, получается, серая мышь, совместная игра. Рейды, это, да, совместная игра это тоже как типа является этим. Но, вроде бы это оно. Никбот, спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Ага, особую награду. Так, а за 3 звездочки и что вы там даете? Серая мышь, по-моему, серая мышь, я не помню название. Сейчас, подожди, Санек, ты о чем? Ну-ка, не пойму, о чем ты? На чем нравится Call of Duty? Карты быстрые, а? Подожди, где, чё? Какой группе? Тебя же нигде нету. Телеграм, я зашел в Телеграм, и что такое? Ты же ничего не добавил даже. Dark Impulse Games. Пойду по приколу колду в стиме возьму. Я мой ниндзя. Давай, иди. Всё, ниндзя здесь. Штурмовик. А, по-моему, это оно и есть, а тут решим, я не помню, а. Сейчас зайдет, видно будет, а? Так, комплекты, чё по комплектам? Ой, у меня М4 максималочка-то, ё-моё. 20 левел, а она пустая. Как это пустая, как это? Ну, то есть без обвеса. Ага. Так, заменить быстро. По-моему, серая мышь, это тот режим и есть, а? Ну, это не точно, где, а? Где мой ствол? Ожидание загрузка и карты. Исполнители. Шоку фигово, что мне это. О, кстати, они верили, все обновили, они обновили. Заметил интерфейс. Да. Dark Impulse Games. Это ОФ 2,0. Блин, я не могу найти свой ствол. Ты не заслуживаешь кровавого. Химера, вспомнил. Арсенал. Прикольно. Я его постолом назвал просто. О, мне даже новых персонажей дали, а? Стимулятор. Серая мышь. Блин, я не помню. Ты точно тот режим, что я подумал, а? Он назывался. Warzone 2.0. Это не тот режим, он назывался по-другому, а? Ладно, черт с ним. Взломщик 1. Мы перехватили переговоры Аль-Каталы с неизвестным лицом из России. Мы так. Знаем, как всегда. Пост Аль-Каталы в Аль-Мадри. Это мой? Грузы, мы сейчас это стоит. Да. Тот режим. Это он. По данным разведки, все три груза были доставлены по разным адресам. Вы получите счетчики Гейгера, которые позволят вам обнаружить радиоактивный след этих компонентов. Задача найти и захватить их. Но учтите, эта область укреплена средствами ПВО. Поставил в таких условиях невозможно. Ваше задание требует скрытности. А вот ты как думаешь, Захар? Куда? Что произошло? Куда все делись? Не качается? Ладно, Если воробей недоступен, ваша вторая площадка Сокол будет здесь. Учтите, что Сокол крайнее средство. Эвакуация не происходит. Эй, женщина, что так жестко? Вы окажетесь глубоко в трубе. Что такое? Полагайтесь только друг на друга. О, видишь? Друг на друга. Вообще вместе должны ходить, понял? Берегите себя. Ну. Не разделяться. Говорю тебе, одна пуля. А, это не другой режим. А, это пока начало. Ты этот видеоролик все посмотрел? Так, я могу уже скипнуть, потому что нафиг надо. Темнота ваш так. Единственный союзник. Пользуйтесь ей. О, молодец, а. Вита третьего лица, то, что я люблю. Ага. Разрешаю высадку. Вита третьего. Понял. Как он включается, я забыл. Escape нажми и выбрать вида третьего лица. Escape. Бля, я не помню, что это кнопка. ESK. А. Блять, за что ж такое? Выбрать вида третьего лица. Ай, подожди, рука заболел. Нажимаешь ты? Поехали. Неужели есть? Все, погнали.
Так. Прыгаем. Как прыгать-то? А, все, прыгаем на Б. Да, все, мой персонаж. На Б, на Б, на Б. Я лечу, лечу уже. I believe I can fly. Блять, покидаю зону, сука, точка. Я четко на крыше приземлился. А у тебя, видишь, у тебя одна пуля, ясно? Нет. У тебя сколько пуль? У меня МС-9. А, значит, это другой режим. Там просто был режим, где то же самое, только одна пуля была. Скоро буду как Симпл. В каком плане? Мне персонаж прям четко это подходит для этой операции. Импульс гейс. Ага. Почему? Потому что он ниндзя, ё-моё. Ну давай ниндзя. Делай все дело. Тут они. Это не тот, а в том режиме получается, смотри, тот же самый режим, но он назывался один патрон, понял? Все было подело, тут получается много патронов, тут немного не так. Ой, нас спалили. Там главное назначить задача, это ядерные фигнюшки забрать. О, пополни боезапас, снарягу можно тут. В это уже здание можно пополнить. Идут. Бронированные? Я же говорю, ебашу тут жестко, ребятки. Лучше не сисюкаться, а. Не сисюкаться с тобой не будет, а. Чего? Да я же говорю, тут жесткие типы. Ну сюсю, балакаться не будет с тобой, а? Метательный нож все решает. В упор. Какой типа оружие показывает, а? Ну это по сути взято с режима Warzone. Ну это режим обновленный, режим другой был. Счетчик гейзера нужно мутить, если что. Ну это боеголовку найти. Блять. Сбежал. А. Что за логик? Что такое? Нет, просто смотри, он взял, выбежал, да? Ну. Dark Impulse Games. Иди сюда, братан. У тебя, кстати, последний подписчик и будет 500. Я тебе еще расстрел устрою. Знаю, чё, знаю, у меня было 500, но один потом отписался, а? Как всегда бывает. Все, взял свой любимый автомат. Так, подожди, как эта штука, если бы... Хуя не ебашит, а? На втором этаже есть что-то скрыто. Блядь. Пополнение. А, нужно найти нам это с тобой. Фигнюшку. Черт, не могу стрелять именно с этого. Я пополнил патроны. Я не могу стрелять, поэтому я вырубаю его сейчас. Так, так. Где эта штука находится? По-моему, она наверху находится, а? Вы можете включить функцию выбрать третий режим. Оно где-то здесь. Хотя с помощью специального прибора можно найти, где именно. Вижу устройство. Отличная работа. Так держи. Видишь? Нашел. Я взял? Сюда забегал, и тут патроны были, но я его не заметил с первого раза. Бывает такое. Я логик. Добавь меня в стиме, потом так, покажу нос на все. Патроны пополнили. Это я пополнили. Пока не могу тебя добавить в стиме, Санек. Не могу. Неудобно. Вопрос, а как забрать? Так я тут постою. Ты забрал уже? Нет, тут написано забрать радиоактивные объекты, а метка до сих пор висит. Да? Да, вот, подними голову наверх, где метка будет использовать. Все, попробуйте, то нельзя добавить. Метка Б. А куда добавлять? Кстати, когда ты играл в эту уже игрушку, где все играют, а вот вас. Ты забрал? Сломщик, продолжаем. Мы клоуны. Все остальные два объекта. Почему? Ну. Смотри, лодка, откуда мы сиганули вниз, да? Да. Оно здесь было. Да? Оно тут было. Ёб твою мать. Impulse Games. Ладно, я играть, если вечер ё будет стрим, то зайду. Давай, пока-пока. Удачи. Так, ладно, следующее нам надо найти уже... Следующее у нас будет, получается, будет А. Это А будет. Арсенал ближе. Ну да. Нет, в этот режим был по-другому. Тут, получается, был один патрон, и вот как было. Вот то же самое, нужно было боеголовки забрать этим, но только...
один патрон давался. Если ты промазал, у тебя патрон нету, а? На винтовку один патрон, на пистолет один патрон. И при этом одна пуля с одного раза убивала, а? Большие подписчики, спасибо вам за поддержку. Ничего не видно. Давай, я думал, ты сможешь схватиться, блин, с парашютом на лестницу. Для чего нам снайперский винтовку? Это ты стрелял? Да. Ваша задача не драться с Алькаталой, а помешать ей сделать грязную бомбу. Вот так вот, блядь. Это ты прошел сюжетную кампанию, это МВ? Прохожу потихоньку. Так. Ну, вы типа говорят, что она хуже, чем первая. Ну, я думаю, это бредятина. Ну, главное то, что не мы враги уже народа. Вот это радует, да. Они говорят, что типа хуже, типа первая лучше. Чем она лучше. То, что мы враги народа, блин. Да. Угу. Это лучше, блин. Пол компании, блядь. Они типа там три наши бойцы такие лошары педальные. Их там все спокойно убивают, блядь. Мы, какой-то элитный боец, убиваем толпу супер бойцов, да, блядь? Угу. Это пиздец просто. Наша самая армия не может убить, а? А мы ее валим, как их не делать, а? А вот именно, хотим и воюем. Нам же не написано конкретно по стелсу играть, правильно? Не написано. Так что можем как хотим играть. Почему нам должны... Опа. Комплект. Так, я снес пидораса одного. Подобрать комплект. Я заряжаюсь. Где мой постал? Постал? Ну это мой комплект, я его так назвал. Засранцы, тут нет снайперских винтовок. Почему у меня есть винтовка снайперская? Нет, именно с комплекта. Блять. Ссылка на ВК-группу. Пистолет, автоматическая установка и ближний бой. Ну ладно. Блять. Ах ты, ёбаная мать. Да, валят они жестко. У меня целая толпа вылезла сейчас. Да ёб твою мать. Тебя убили? Меня положили. Да ёб твою же мать. Ну какого? Я сказал, там толпа к тебе идет уже. Повторить, а? Не, ну так-то вот эта совместка, это прикольно. Да, согласен, прикольно. Я за трех поиграю, потом на пойду перекурю. На мой канал. Да, сам. Так, отлично. Потом еще что? А, вот он, вот ответ от третьего лица. Во, я со своим стволом. Мы заново получаем. Нет, это изменили режим. По-другому сделали. С видом от третьего лица скажу честно, геморно играть. Спасибо тебе. Сейчас восстановлю броню, вот у меня вообще нет ее. А у меня тоже. Так, ну мы одну забрали уже. Да-да. Ну сейчас тут то, что у меня нет снайперской винтовки, у меня пистолет и мой автомат. А у меня винтовка снайперская. Ну тебе везет хотя бы. У меня винтовка и пистолет. Да, у меня пистолет и автомат мой, химера. Uh-huh. Бесконечная тьма. Ёп. Так, все, погнали, погнали. Скина. Черт, машина. Здесь реактив внедорожник. Жалко, что глушителей на винтовке нету, а? Ебать, она такая громкая. Как может тут постел согасить-то, а? Ну, поэтому у меня один из стволов моих. Именно химера. Она со своим ушаком. Можно, можно и на машине гонять, понял? Только машина. Она раздолбанная, куда мне ехать-то? Нет, да не еще можно ехать, у нее только перед подбит. Машина-то целая. Бедут, ёпта. И тем более. Используйте ВПЛА разведки, чтобы осмотреться. Мы поняла. Ближе. Выходит. Принято.
Наблюдатели докладывают о минах по периметру и вооруженной охране на крыше. Чё? Смотрите в оба. У меня дроны сломали. Да? Да. А, найс, тут это не работает тема. Какая? Блядь. Блядская граната, а. Отходим, отходим, отходим дальше, отходим назад. Блядские патроны. Да ёбские патроны кончились. Отходи, отходи дальше, назад ко мне. Ай, спасите, спасите. А, блядь. Дальний выстрел 50 метров в голову. Братан, вылезай, я твою руку вижу. Ты же можешь его в руку убить. Перезаряжаюсь. Я знаю, я попал ему в руку, но ему по барабану. На волосок. Честно, может, у нас тут время? Типа, можно типа за время нужно что-то делать, а? Да навряд ли. А, у нас еще граната есть, Сентекс, ё-моё. Ну да, у меня нет, у меня другое. У меня это оживлялка, ну. Так, получается, ну, как-то цепь называется она правильно. Там реаниматор. Угу. Отлично, у меня ящик с броней готов. На то, что, блядь, помогите мне! Сука. Пидорас, он тут не убил меня. Ерда. Знаешь, я не пишу, мне полистику режим в этой колде от этого лица. Мне лично было непривычно играть пиздец у него. Дьявол прошел против рядом. Людей, а? Понял. Ты играл? Да, как-то. Бля, мне сложно было, а? Ну. Я привык в колде от первого лица играть, а тут вот третьего против людей пиздец был, скажу честно. Ну так. Так, я сейчас перезаряжаю. Нет, нет. Вот меня тут! Исчез! Исчез я из поля вашего зрения, ребят! Нет меня здесь! Нет меня здесь! Я призрак! Я голос! Я новый голос! А ты как тебе голым? Говорят полное говно, а? Ну, голос, по сути, нормальное так-то. Голум! А, фигня полная. Пойди. Отойди-ка. Отойди, 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 отойди! Видишь взрывчатку? Я вижу, я вижу, поэтому я и сел, а. Я ее взорвать на урок хотел, поэтому говорю, отойди. Бля, что я сделал? А, во, все, фу. Бля, что я не то нажал вообще, а? Второй этаж? Снова бандиты. Аккуратно, мне нужно это, попробовать броню себе вылечить. Бля, тебя жахнули, ёптвою. Чатка как-то сработала через стенку. Да как, блядь? Не знаю, но я ползу. Да блять, ты что делаешь? Блять, чувак, чувак идет. Вы, кстати, сделали так, что можно еще и благодарить. Благодари меня. Вот я здесь. Один бок. Блять. Ёптыщ. Такое. Твою мать, ты что-то... Я сам обосрался, блядь, в пизду мне. Ну, понимаешь, я просто выхожу. Отойди, 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 я сейчас... Блядь, зачем ты? Я не стрелял даже. Я даже не стрелял. Killzone Gamer, Димон, привет. Здорово, Killzone. Перезаряжаюсь. Блядь, я сейчас броню пополню, а. Вот сфера. Угу. Еще одно осталось. Да. Остался последний так. Объект. Если надо будет сейчас пополнить это, запас брони полностью. Говори. А тебе пополни себе, у тебя нету брони. Я знаю. Она же мешает. Я в том плане, у меня этот. Чего? Кто и мешает? Это. Ты о чем? Вам надо забрать материалы, а не убить боевиков. А что мы должны? Не можем их убить, что ли? Да я не знаю, что-то говорят, говорят. Тут же не написано, что мы их не можем убивать. Тут же не написано, что мы должны по стелсу идти, а? Вон, если было бы написано, типа, идите по стелсу, а? Можем идти как хотим. Вот я тоже так думаю. Погнали. Логика. Рамка зачем на стриме? Заметь, колючая проволока. О. Смотри,
Я просто по ней иду. Типа, все нормально, не подыхаешь? Да. Не вот просто сам посмотри. Ладно, пошли, блядь. А чем она тебе кивота мешает, а? Ты ко мне приходишь? Что тебе возмущаться сюда, а? Оружейный шкаф. Комплект. Блин, если по умолчанию. У меня получается винтовка, снайперская, пистолет. Так, я могу, в принципе, взять сигнал 50 и X13 авто. Но не хочу, я больше по штурмовым винтовочкам. А ты больше нравится далеко гасить? Филзан Гейма. Мне больше штурмовые винтовки и... Ну да, умные, а что не так? Не зоны поражения. Да, умнее, ничего. Ебать, сколько вас, а? Опа, я поотмечал цели, а? Да, далее вижу их. Ну, в принципе, нам недалеко так очень долго идти. Слишком. 4. Так все, у меня зеленый стол. Лучше мне надо делать уже будет снайперскую винтовку и брать автоматический пистолет. Так, куда мне идти? У меня винтовка снайперская есть. А что не так? Это просто объясни, Кирсон, чем тебе рамка-то не угодила, а? Чем она тебе мешает? И все? Ну, штупым я себя точно не считаю, Кирсон, а? Так. Маркет. А у тебя дрон есть? У тебя дрон есть? Нету, я вот сейчас возле этих стою. Здесь противник. Еще один. Я крышу. Балкон. Да, блять. Ну вот, я отмечаю. Ну, блять, в туалет пошел. Поняла. Это радиоцентр Алькаталы. Наблюдатели заметили в его районе несколько патрулей. Что, 8? Погоди. Координаты на тактической карте. Так, двое на крыше. И радиоцентр. Приступайте. Показывается, это двое на крыше. Ага. Вот двое на крыше пометил. Да, вижу. Двое за зданием, двое за зданием. У них джиггернаут, у них джиггернаут. Валим. Джиггернаут — это плохо, его долго гасить, очень долго. Ой, блин, вот сейчас плохо будет нам. А когда хорошо было? С джиггернаутом будет очень плохо, у него очень много здоровья. Так, ты снес этого, заебал. Никбол, спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Стреляю через лазерный прицел. Он ли головы? Сейчас перезарядку делаю, а? Так, как ты не умер? Так. Так, ну там. Нет. Ой, кто-то подо мной. Я не слышу. Джиггернаут, ну тут на крыше нету. Не надо, дядя, пожалуйста, не надо, дядя. Слушай, звук шагов, это твои шаги? Я наверху, потому что. Ага. О, видишь? Блять! Он пришел ко мне! Иначе ему в голову. Размещаю мину. Я мину поставил. Я взял Сентекс. Дискорд. Блять, он ко мне пришел, да, вниз. Сука, еб твою мать. Мансуй как-то. Блять, как тут. Я его сейчас двумя синтаксами закидаю. Как переключать? Как этот режим? Как этот переключать? Дайте Сентекс, раз, дайте Сентекс, два. На правую сторону, как себя перефигачить на левую? Плечо, блин. А, все, спасибо, а то мне неудобно, блин, а. Все, отъебали его, а нет. Теперь я убил его. Бывало и хуже. Чувак. Че, говоришь? Блять. Посмотри, что у меня в руках. Ёбана мать.
меня еще за спину подцепил. Так, убил, заебал. О! Вот он, бронепластина была. Вы самые лучшие подписчики, спасибо вам. О, бронепластина так хорошо, да. Блин, вот только передвижение у меня слабенькое. Ну если пение она будет слабая. Чтобы она была быстрая. Да, вот так теплее. Так теплее, понял. Я думаю, что тут... Мне этот счетчик Гейгера дали. Мне счетчик Гейгера не дали. Говорят, ищите при помощи счетчика Гейгера. А у тебя это, где граната? Кью. Кью нажимай. У меня медицина там. А у меня... Странно. Там наверху будет, сам знаешь. Не спрятался, я не виноват. А во. Если? Включи гига. Я нашел. Магазин, показания счетчика растут. Вы уцели. Вижу устройство. Все. Так держать. Все, пошли к эвакуации. Эвакуация. Ну, у меня пулемет, минигальный по боку. Вам еще надо выбраться отсюда. Идите на площадку Воробей для эвакуации. О, патроны. Да, взломщик. Алькатала дорого заплатила за эти материалы. Так, ничего, обидчивые люди стали. Да. А понял, нас сказал я, что. А говорит, умный считай, умным стал, что ли? Я говорю, да. Я обиделся, понял. Пипец, блин, так можно. Почему нельзя сесть в грузовик и доехать? Почему мы сейчас пешком должны бежать? Мы типа бойцы элитные. Если мы. О, чувак, чувак! Слишком далеко. Вертушка. Придется прорываться. Колдун, уходите из-под обстрела, но не покидайте район. Мы не можем бросить взломщика. Хули нас на меня бросать, вы что, совсем там тыл, машина справа едет. Да вижу, я просто хотел прибежать и сейчас поздороваться с ними. У меня пока 35 попалов на минигане еще есть. Здоров, бандиты. Блять, вы че, ребята, а? О, блядь, вертушка еще, и чё по-новой? Это наша уже. Это наша. Блядь! 77 метров в голову. А иду. Блин, жалко, патроны закончились на минигане. Так, эвакуация, блядь. Все, я эвакуировался. Я вообще залез отсюда. Пиздец, блядь. Да разъезжаем обоим. Отлично, все, надо делать 700 с пулемет миниганом, блин. Ёбана мать, у тебя... Ты... Опа. Это только начало. Ага, достижение получено. Что за миссия, две штуки. Ну, типа, может, надо было стелсить, а? А смысл тогда давать арсенал? Ну, тоже верно. Да, тоже верно. А может, надо было по времени быстро идти, а? Ну, еще, да, еще успеваем катку сыграть одну, и пойду я. Ну. Так. Че, куда пойдем? Так, сейчас дай место. Мне надо пистолет быстро сделать. Оставшиеся звезды за неделю, а? Блин. Что такое? Разведданные. Дай мне сейчас опять вот это вот то, что обучение типа. А у меня глушак не открыт. На пистолете. Хорошо. Что это у нас такое? Универсал. Это ваша группа. X12 Василиск, X13 авто. САС. Либо 50 гигл взять.
Fusion Game, блин. Чего у нас тут? Прогресс, мастер, сержант, уровень 40-й. Понятно. Стандартный чувак у него. Так, дуло. А, вот на нем просто он не открыт, еще пару уровней будет глушак открыть на нем. Пойдем. Ну окей, так-то. Так, события исполнителя. Мне, конечно, прикольно сделали на самом деле, да? Ну. Так, громство. Получается, такой вот, да? Боец. Так, что у нас? Ну, медик теперь доступен, а потом будет доступен уже разведчик. У меня мало бойцов, конечно, доступно, обидно. Ой, обидно. Листо. Боевая баба. Неплохо вышло. Охуительно вышло. Ты когда-нибудь покупал эти пропуска сюда? Ну, только один раз брал и все. Так, подожди, смена игры. А, кстати, я все увидел, как это делается. Смотри, за 3 звезды мы должны были пройти не менее чем за 15 минут. Во, видишь, по времени я же говорю, а? Во, один патрон. Вот, один патрон. Врач. Давай врачом сыграй, я буду врачом. Так, защита порт Хафоид, операция. Высота. Розайя, рейд. Перестрелка. Ну, рейд, это понятно, запретная зона. Ты готов? Да. Нажимай. А у меня тут ничего не показано, у меня ожидания хоста. А почему я нажимал готово? Я готово нажал. Срочная высадка. Ничего. У тебя написано, что не готово. У меня тут ожидания хоста вот так же. Что это за бред? Не знаю. А вот ты нажал, все. What? А вот все, настройка через. О, сейчас играем, заебок. Так опять, блин, заново. Ладно, давай о чем буду. О. У нас что, ловик, да? Да. Так а тут что она будет делать-то, а? Ну это медик, по сути. Да нет, я медик, я не про способность свою, я говорю про задание. Да. Ну я там прям прочитал при смене, при именно выборе как. Это закладка бомб. Нам нужно будет заложить на 3 звезды 5 бомб. 5 бомб? 5 бомб на 3 звезды. Всего 5 штук надо заложить. Используйте третьего лица. Выполнено. Купите набор бронепластин в операции защитник. Помощь серии убийств. Защитник гораздо я. Может, ну посмотрим, первый раз играю. Так чем помимо работы и игрушек ты занимаешься-то? Помутишь? Алькатала начала наступление на обсерваторию Зая. Ее позиция исключительно. Машина есть? От нее зависит контроль, да, над Альмазрой. Права все дела? Защитой обсерватории занимается Шэдоу Компани. Недавние встряски командной структуры заставили наемников бросить свои позиции. Для защиты объекта так, был отправлен отряд элитных морпехов псы-демоны, но им нужна помощь. Ваша задача не позволить армии Алькатала захватить обсерваторию, а вместе с ней ключевой объект региона. Мой пилот доставит вас прямо в обсерваторию. Там вы присоединитесь к псам-демонам для защиты трех основных целей. Понял. Точек Альфа, Браво и Чарли. На стороне врага серьезный численный перевес. Блядь. Но поражение недопустимо. Я буду на связи. Нихуя еще делать, это представляешь, сейчас нашего там в таком дерьме находится, а? Ага. Одно дело игра, другое дело реально жизнь, пиздец, а? Ну? Что мне за оружие? Главная задача охрана оружия. Это согласен. Блядь, пизда, вы что охуели, а? Ёбана мать. У меня дробак, вы что, ебанулись? Это ты на вертике летишь? А ты где? Ты на вертушке управляешь? Нет. А что меня не посадили до сих пор?
Ну, потому что мы под обстрелом. О! Свои. Свои. Блять. Капец, нам броню тупо снесли. Чувак, ты на другой стенке пытал. Что такое? Ты видишь стволы? Вижу, да. Сигнал их можно бесплатно брать. Ну так, пуительно же. Сигнал 50-й, отлично. Винтовку снайперскую уже хотел. Да, я поэтому беру свой набор постола, беру его, 50-й сигнал. Так, прицел нужно поменять. А, блин, ладно. Еще раз. Ну, блин, с таким прицелом не катит. Все, веселуха сейчас пойдет. Сканирующая граната, бомбовый дробовик, осколка, слезки, световая. А можно мне винтовку взять? Чувак, им хана. Так, все нормально. Так, это настройка. Набор бронепластин. Хоть я и понимаю, то, что у меня бесплатно есть, но все равно. А я, получается, себе, наверное, скорее всего, крылатую ракету, а? Турель готова, часовой. Все, заебок. А сколько? А у меня ничего бесконечное, что ли? Кого? А, не, я думал, бронепластину баганулись, они бесконечные теперь. Блядь. Нет. А, блядь. Хреня, как все выйти, а? Это катава, ублюдки ебучие. Снайперская винтовка Ашота. Да понял я, что остались бойцы. Да выйти отсюда нахуй. А где? Да вот бункер внизу. Внутри? А, ну уже нет. Разминирование, а где минирование? Я сзади. А, вот. Сейчас я разминирую. Атака противника через 41 секунду. Это Б, защита района. Вот я, вот я. Все, я поставил пулемет. Отразите 6 атак противника на только полностью. Это как сделать-то, блядь? Типа ты на один или на другой пойду, что ли? Возможно. Взломщик один. Блять. В зону Браво. Но я сейчас как раз таки вот валяюсь. Если Алькатала захватит кайфую. Я на А нахожусь. Наши силы. Этого нельзя. Уже бывшая А, у нас точка Б. Разве? Да, Браво. Идите в зону Браво. Блять. Вот, видишь, Браво. Это через радар идти надо. В этот раз противник атакует зону Браво. Быстрее туда. Они хотят захватить наше вооружение. Поняла. На западе. Винтушка врага. Взломщик один, идите в зону Браво. Поддержите группу Дьявол 2. Принято. Так, в смысле, я и так... Ну, блядь, а. Еще и машина, это, о господи. Вот, что так много. Такое. У меня машина встретилась назад. Именно, точнее, телепортировалась, можно сказать так. Угу. Нам нафиг. У Алькаталы тяжелые потери. Так держать. Блять. Как сильно очень больно. Бросаю электрошоки. Блин, как себя вылечить, а? Должна быть. Ай. Я же медик, блядь. Бля, полежи. Тебя тоже касается. Кто следующий на маслину? Эти патроны кончились. Маслина. Так, противника через 41 секунду. Блять. Внимание, подкрепление. Убегай нахуй.
понял. Зона Чарли. Взломщик один. Блин, а почему не падает с них это? Автоматные мои. Принято. Так нечестно. У меня тоже патроны приняты, я у них забрал оружие. Я могу сейчас побежать. А с них падает шанс маленький только. Угу. Так, блядь. Так, 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 у меня броня есть, заебу. За троечку нажмем, ебем, ебем их. Мы прикрываем. Ага, прикрывай. Так, не успеваю. Атака начинается. На что? Джаггернал. Я стану джаггером. Неплохо. Смерть с небес. Нет, не смерть с небес, а смерть масштабная. Вы в пилота попали. Молодцы мы. А, нет. А чё он тогда уходит? Бойцов снесли. Так, отлично. Ах ты сука. А они тут сейчас будут кружить как стрелятники. Блять. Одного положи. Бог, ты чё творишь? Меня бог просто нафиг вытолкнул. Прикинь? Да? Да. Бля, кинули гранату. Я придурок, а? Кстати, мы можем получить деньги быстрее, если это... Начнем волну как бы сразу. Да? Да, господи. Сзади. Блядь, спасибо. Меняю магазин. Толпа, толпа. Мои позиции. Силы противника на исходе. Заканчивайте зачистку. Заканчивайте зачистку. Фига себе, я сейчас выдал, просто патроны на одном кончились, начал сразу же гасить с другого. Да? Да. Я моментально переключился. Блядь, гранату кинули, сука. Откуда, где? Я понятия не могу. На крышу, что ли, посветишь? Ничего, я понять не могу. Один готов. А, не. Где? Надо братушку снести, а. Ауч. Север. Больно в ноге. Внимание, в районе есть все. Подбили. Так где? Куда? Куда бежим? Денег не хватает, денег не хватает, денег не хватает. Сколько у тебя? А у тебя нормально, у тебя много денег. Так на джиггернауте не хватает, он 8 штук стоит. Блять, куда идти, ёпта его? Так, патроны взял, бояться нечего. Каталы. Среди них несколько смертников. Держите дистанцию. Несколько смертников? Поняла. Камикадзе. Просто народе камикадзе. Так, все, я взял. Я подкрепление взял, если что, нам. Орион 4-1 доставит подкрепление. Блин, псы-демоны прибыли. Отлично. Но джиггернал, кстати, бы пригодился тут вообще прям по красоте бы. Так, теперь на точку Б начать надо, ёб твою мать. Да. Внимание всем! Потому что, опа, здравствуйте. Взломщик, это Орион 4-1. Подкрепление запад. Блин, я думал, я вертушку подбил. Сука! Ебать въебало. Аж я лоу хп остался. Я сбил этого пидораса, есть. Одного убил. Перезарядка. Хватит. Меня въебают так жестко так, а? Нет, пилота почти попал. Пуля мимо пролетела. Хватит. Такое. Да камикадзе бежал, просто ему пулю в голову дал, и все, он сдох. Смертник, блять, назад. Опять вертушка. А ёб твою мать. А, он еще это кричит. Знаешь что? Ну. То, что любят в России, иногда люди кричат. Аллах Акбар. Вот, блядь. Хуя он чё пиздит. А где эта огромная толпа? А, ну толпа лезет. Бум. Бум.
перегружаете. Так, мне буквально 300 осталось. 300. Буквально немножечко осталось. Мои деньги. Так и закончено. Я пошел за джаггером. Давай. Восемь что? ПБР откройте. Нужно боезапас пополнить. Это курьер 3-1. Джиггернаут скоро... Что, я могу призвать, блин, джиггернаут в любой момент сейчас? О, все, заебал, теперь там уже другие. Все, погнали к тебе. Чувак, а нам сейчас две точки защищать надо. Да? А и С, да. Бля, ты дай на С отсоришь. Я на... Бля, я сука так не выкину, наверное. Все, джиггернаут активирован. Я под музыку сейчас буду убивать, правда говорю. Да пиздец. Не вовремя все. А, офигенно. Подходите, уроды! Вебкам, я вам подарок вкусный, бесконечный! Сейчас я въебу по ним, а. Не, серьезно, где? Кстати, а как так? Я красавец прямо третьего лица. И для джиггернаута это самое лучшее... Блядь, съебали меня жестко так-то, а? Самый кайф это то, что у джиггернаута по сути бесконечные патроны. Именно бесконечные, я могу шмалять сколько влезет. Sacrifice time. Да вы ебать охуели, а? У меня уже маньяк. Не говоря, что сюда, ты маньяк. Прикинь. Нига уж говорит, маньяк. Да? Да. It's sacrifice time. Один, вы остались без подкрепления. Хранитель один. Я само подкрепление. Продолжайте работу. Продолжаю. Вылезай там. Заебались свиномета ебашить, а? Смертник что ли? Решил джиггернаут убить в рукопашку? Блять, ты кончена, а? Да ебать, спик в хуй, а? Кстати, подкопи денежек тоже на джиггернаута. Поймешь, о чем я, это мощь великая. Это хорошо. Мне тут ебашить тут знатно. В смысле великая мощь. И тем более, когда играешь именно от первого лица за джаггера, у тебя по сути радара нету, у тебя только компас верхний и все. А третьего лица ты уже спокойно видишь. It's sacrifice time. А? Ай-яй-яй. Бегом на точку. Хотя... Спускайтесь, ребят. Вас ждет смерть. Все. Защищайте фланг. Атака закончена. Взломщик один. Видимых угроз нет. В зоне альфа чисто. Внимание, ну заебокся чисто. А, ну, кстати, рядом теперь тут очень вообще. Ой, баню. Ну заебок, а я себе броню пополнила. Вот, я сейчас бронетанк. Даже можно на машину сесть, а. Музыку слышишь уже? Нет. А, да, теперь да. Броня танк в деле. Заебок-то, защищаем позиция. Я пойду на... Хотя... Если я стану в проеме... Но главное, чтобы мне задницу не долбили. То... Кстати, в чем проблема джаггер... А, нет, джаггер может сесть. Ой, буртушка! Сакрифайс тайм! Какая вертушка? Нет никакой вертушки. Круто.
Не думаю, что так. В режиме выживания, именно в колде МВ, первый. Ну и на выживание есть тоже, но там чисто от первого лица. Да? Да. Там именно можно также качать стволы, но при этом ты играешь полностью как другими игроками, 4 человека. Ага. 4 кип. Это какие 4 кип, я больше не вижу. Но я вижу только технику, которая, да? То там на одной карте можно просто встать в одно место, и ты просто можешь бесконечно шмалять с миниганом, именно полностью бесконечно. Да? Да, и они, а противник все будет идти, идти, идти в твою сторону. И в чем суть? А, выживание, это же называется. Да. Выживаешь бесконечно. Так держать. Ну и при этом ты там можешь уровень себе покачать. А при необходимости и сами оружие, которое берешь. Перезаряжаюсь! Если не брать именно режим Джаггернаута. Понял. Как я сейчас, к примеру. Просто танк зашел в хату. Бронетранспортер. А, мне режим Джаггера сбили. Я насчитал пятерых. Охренеть. Бляк. Оп. Охренеть, мне режим джаги разбили. Бывает. Вы поплатите за это? Это мой любимый джаггерн... Противника в зоне Браво. Не понял. Это когда Думаю, успели? В зоне Браво. Только нет. Что? Видимых угроз нет. Захватывайте... 26-м. Принято. Внимание всем. Алькатала готовит последнюю атаку... Блин, а мне не хватает бабака. Хотя не забываем, можно скинуть, я тебе могу скинуть, это тоже будет джиггерн. Стоп, у нас 3 точки подсыпь! Да-да, пиздец, блядь, 3 точки, это пиздец. Для тебя их хорошо играть, а? Принято. Мне нужны боезапасы, а? Не, ну, кстати, играть от третьего лица тоже прикольно. Бонус заряния начала получен. Внимание всем, приближается сила Алькаталы. 14 противников. На юге. О, у меня знакомый решил поиграть в МК 10. Да? Да. Это жесткое управление на клаве, а? На клаве не очень удобно, как по мне. Там лучше будет удобнее на геймпаде играть, потому что все кнопки именно под рукой. Да? Да. Где на Б? А мне надо защищать район входа. Блин, гребаного входа. И для этого мне надо будет, придется сейчас переключаться на первое лицо. Блять, на защита района входа в бункеры. А меня еще и сзади. У меня проблемы. Дикие получаются. Видишь? У меня с тех сторон получается. У меня самого не лучше. Лишь бы танков не было. А, да, это у меня еще ласт магазин. Блять, сука, нужно защ... этот, нужна это. Подмога, блять. А блять. Не, я сейчас выживаю как могу. А блять. Начать ногу. Сука, мне положили, а? Я вижу. Я не могу бомбу разминировать. У него самого тут ситуация не веселая. Блять, под конец, сука, как всегда. Они меня фактически шотают. Блять, бомбу под не получишь, сука, ебаная пида. Ну сука, ну блять, а. Понял, из-за того, что одну проебали, все проебали, а? О, бомб заложено 4. А, не, погоди. 4. А, нормально, пойду я. Отдохну, блядь.
Да я сам сейчас передохну, а то я ж с работы пришел, сразу по сути начал играть. А, ну давай, иди отдыхай. Старший сейчас звезд за неделю. Ну ты звезды получили, молодцы. Да, пропуск. Вот, кстати, тут тоже оружие качать можно же. Угу. Сука, под конец обидно, поебали бы, да? Так, отмена. Вот именно джиггернаут, вот это самая веселая вещь, это самая имбовая. Не понимаю вообще, чем рамочка мешает, нихуя она не мешает. Нормально, мне, я вот смотрю именно чат, за чатом слежу, за этим тоже, вот, мне ничего не мешает. Ну ему рамочка, я тебе рамочку сделал. Господи, помилуй мою грешную душу. Да, сам, лишь бы какую-то хуйню создать, а?